Опять ты что? Слушай, я подумала, может, помиримся, а то устала. Родители верни для начала. Да вернусь, с ними все хорошо. Я слышала, ты там группу Пикник любишь, да и я тоже. Но мы вместе ее любим. Сегодня концерт, помнишь? Да, сегодня же 22-е. Блин, точно. Ладно, пошли. Да, он вечером. Я пока костюмы нам подготовлю. Тебе какой? У меня песня любимая черно-фиолетовый или фиолетово-черный, я не помню, как она точно называется. Окей, а у меня я будто египтянин, поэтому я пойду что-нибудь египетское подготовлю. Давай, мне что-нибудь черно-фиолетовое. Ага. Для тебя еле что нашла. Для себя вообще ничего не нашла. О, спасибо. Так вот, у тебя есть. А, точно. Так, ладно. Тогда подходи к моему дому к вечеру. Вместе поедем, я такси вызову. А, окей. Я надеюсь, ты не продала наш дом? Нет, конечно. Это просто, чтобы поманипулировать тобой. Ты всегда с детства была такой. Все, давай. Угу. А тебя, Роули, я оставлю с тетей. Алло, приветик. Да, приветик, Сара. Слушай, ты не сможешь сегодня с Роули посидеть? Я сегодня на концерт еду с Лили. На какой концерт? На пикник. Сегодня 22-е. Мы на пикник едем на концерт. Точно. Ну хорошо, конечно, посижу. Хорошо вам отдохнуть. Вы помирились с ней? Да, она попросила у меня прощения. А, ну и хорошо, что она признала свою ошибку. Конечно, посижу. Подъеду к вечеру. Окей, буду ждать. Роули! Сегодня поеду на концерт своей любимой группы. Так, ну все, сейчас тетя должна приехать. Так, все, я приехала. Давай мне Роули. Идите отдыхайте. Сейчас мне нужно будет подождать Лили. А, ну хорошо. Приветик, поехали, я уже такси заказала. Поехали. А с кем Роули останется? Я тетю позвала. Привет, Лили. Хорошо вам отдохнуть. О, привет. Поехали. Роули, сегодня с тобой вечер. А мы на концерте. Ууу, с Лили. Да. Так прикольно, что мы выбрались наконец-то из этого дома. А? Это что сейчас было? Ребят, вы тоже слышали? Нет, я ничего не слышала. Мы тоже. Тебе показалось, наверное. Не знаю. Ладно, наверное, мне тоже показалось. Что-то они задерживаются. Ну так всегда, успокойся. А что? Мне же не одно сейчас показалось. Да, я тоже слышала. Я тоже что-то слышал. Да, что-то было. Там, по-моему, звуки стрельбы были. Надо бежать. Не, я не хочу умирать. А! Ее ранили. Надо бежать. Бежим. Бежим. Так, все без паники. Выходим. Так, выходим. Без паники, без паники. А! Что случилось? Мне в ногу попали. Так, быстрее. Я сейчас отвезу в больницу. Здравствуйте, доктор, можно в палату какую-нибудь? Что случилось? Человека в ногу ранили. Проходите на третий этаж. Быстрее, все будет хорошо. Так, сейчас все будет хорошо, Лили. Доктор, вы? Что случилось? Нас перенаправили сюда, человеку в ногу попали. Так, ложитесь. Сейчас все будет, осмотрю. Идите, пожалуйста, из кабинета. Хорошо. Так, ну я посмотрел, проходите. Жить будет?
Да, жить будет. Нужно наложить гипс и пролежать в больнице. Хорошо, сколько примерно? 2 недели. Это бесплатно? Лечение, да, бесплатное. Ну, у нас в поликлинике, у нас в больнице, да. Вот, но лекарства будете сами покупать. Да, конечно. Каждый день уколы будет принимать и так далее. Так, пройдемте в палату с вами. Все. Ей нужно выспаться. Приходите завтра, если хотите, в час дня. Хорошо, я вас поняла. Спасибо большое. Что-то ты как-то рано. В нас стреляли. Лили в больнице лежит. Что? Что случилось? Не знаю. Мы быстро сбежали. Лили только в ногу попали, она сейчас в больнице. Господи, ужас какой. Ладно, я пойду тогда. Останься. Можешь на кровати лечь. Я на полу полежу. Ладно. Ложись ко мне. Ну ладно. Доброе утро, Сара. Доброе. Ты сегодня поедешь со мной, Лили, навещать? Да, конечно, я хочу посмотреть, как она. Тогда через час мы поедем. А, окей, хорошо. Я тогда соберусь, встретимся там уже. Окей, она, если что, лежит в третьей поликлинике. Ой, в третьей палате. Окей. Давай, до встречи. До встречи. Роули, как ты тут без меня? Все хорошо? Ну, поешь, поешь. Нужно собираться. Ну-ка, платье. И надо ей фрукты пойти купить. Здравствуйте. Я пакетик возьму? Да, конечно, берите. Фруктиков. Яблочек. Морковочки, мандаринок. Ай, капусту зачем? Так, все. Здравствуйте, мы к Лили. Да, конечно, проходите. Лили, ты как? Я у тебя фруктиков принесла, купила. Ну, тут еще морковка, правда? О, спасибо большое. Ну, более-менее нормально. Вы как так вообще попали? Не знаю, концерт даже еще не начался, они задерживались. Ужас какой. Ой. Спасибо, что пришли большое. Мне очень приятно. Тут еще Роули. Роули, как у тебя дела? У меня тоже все хорошо. Скоро вернусь. Так, нам надо принимать уколы, поэтому выйдите. Да, хорошо. Так, держи бейсбол. Давай. Так, держите, переоденьте это. Хорошо, спасибо, доктор. Ну что? Да, я переоделась, вот мне гипс еще наложили. Ой. Надеюсь, ты скоро поправишься. Ну, врач сказал 2 недели. Это не так уж и много. Ну да. Слушай, а пойдем мы тебя в столовку отведем? Пойдем, а то мне одной скучно. Давай, выбирай. Выбирай, мы тебе наложим и принесем на стол. Ой, спасибо большое. Так, давай, выбирай. Ну, я буду вот это. Угу. Вот это? Да. Арбузик хочу. Угу. И вот тут сок. Вот этот? Да. Так, пойдем мы тебя, и пойдем я отнесу. Так, тебе нужен свежий воздух, поэтому садись и кушай. Спасибо. Давай костыли подержу. Эй, эй, куда вы без меня ушли?
А я уже все наложила ей. А. Все, пускай пока Роули погуляет. Спасибо, спасибо большое. Я себе палату заберу. Так, давай мне. Держи, одевай. Бери. Я возьму сок. Бери Роули, иди. Пойдем. Ой, спасибо, девочки, большое, что помогаете. Да не за что. Так, все, пойдем. Пойдемте. Наверное, уже вы должны уходить, потому что там определенное время есть. Ну да. Так, все, мы уходим. Время закончилось. Спасибо, что поддержали ее. Придите. Послезавтра можно прийти. Хорошо. Пиши мне, если что. У меня телефона с собой нет. А, ну ладно. Давай тогда. Выздоравливай. Все будет хорошо. Так, держи свой сок. Кушай фруктики побольше. Хорошо, спасибо, девочки. Пока. Пока-пока. Все, пойдем. Надеюсь, с ней будет все хорошо, ее не будут там мучить. Да, надеюсь, к ней будут нормально относиться. А то я знаю таких врачей, которые орут и так далее. Да, я лежала в такой больнице, кстати. Серьезно? Да. А что там с родителями, кстати? Я не знаю, Лили пока не рассказывала, но она сказала, что с ними все хорошо, у них есть связь, оказывается. Вот. Что с ними все хорошо, они лежат, загорают на солнышке просто. Ну, это да, хорошо, что она не в подвале их каком-то заперла. Да не, она их слишком любит, и они ее тоже слишком любят. Да, родители даже не подозревают, что это все был коварный план Лили, чтобы отомстить тебе. Да. Но мы помирились, вроде все хорошо, она осознала свою ошибку. Ой, знаешь, люди никогда не осознают своих ошибок. Если осознают, то через много-много лет. Но никак не на следующий день. Не, ну почему? Лили так может. На Лили это похоже. И на тебя, кстати, тоже. Да? Да. В детстве. Ну, сейчас-то я не в детстве. Да. А дети-то ваши как? Не связываются с вами до сих пор? Не, они за границей, им вообще по барабану, что с нами. Вот, конечно, обидно, но все равно. Сейчас, подожди, что-то прислали мне. А, ладно, спам. Думала, что-то важное уже. А что ты им не пишешь? Они меня в черный список добавили, не хотят. А где они? Я не знаю, не слежу за ними. Странная ты, конечно. Ой, да ладно, пускай живут своей жизнью, пофиг. Если они не хотят мне писать, то я же ничего не могу поделать. Какими вырастила, такими выросла. Роули, пойдем вычесываться. Вкусняшку дам обязательно. Так, давай. Так, держи игрушечку. Давай вычесываться. Он такой милый, так вообще не сопротивляется. Ой, сопротивление это вообще не про него. Он обожает вычесываться, стричься. Здорово. Все, иди, бери мячик. Сейчас вкусняшку дам, сейчас вкусняшку дам. Держи. Все, счастливый пес. Ладно, что-то я засиделась. Я, наверное, пойду. Давай, пока-пока. Пока. Так, все, Рома, иди спать, а я пойду работать. Кофеек. Ночь будет длинной. Фу, сколько время? 2 часа ночи. Ну ладно, еще можно кофейку бахнуть и еще часик поработать. Ой, все, 4 часа утра. Нет, спасибо, я спать.
Сколько время? О, почти 2 часа дня. Фига я провалялась. О, не надо было в 4 часа утра ложиться. Да, Руля, Руля спит. И хорошо, да, Руля? Ну, понятно все. Так, надо кофейку бахнуть. И доработаем. Приветик, не спишь? Нет, только проснулась. В смысле только проснулась? Во сколько ты легла? 4. Что ты делала до 4? Ты как ушла, я работать начала. Вот. Опять сижу, работаю. Чем ты там работаешь? Проектировкой. Я все это время работаю над проектировкой. Там кафе, этого дома, вот этого здания, которое ты мне подарила. Я работаю! Молодец какая. Я еще учусь параллельно. Вот, поэтому... Капец ты, конечно. Так, все, убирай компьютер. Никакого сегодня компьютера. Пойдем гулять. Не, я не хочу, я поработать хочу. Так, я все сказала. Пойдем в парк погуляем. Ну, пожалуйста, ну не хочу. Я все сказала, это не обсуждается. Бери с собой Роули и пойдем. Сейчас кофейку бахну, чтобы не уснуть. Ты спать хочешь? Ну да. Так, пойдем, я с Роули сама погуляю, иди спи. Ну ладно. Соседи эти долбаные еще сверлят и сверлят. Да хорош сверлить, дайте человеку поспать, в конце концов. Это, Сара, переоденься из платья. Точно, в пижаму переоденусь. Вот, теперь иди спи. Все, ушли. Долбанные соседи спать не дают. Работать можно. Хотя с таким шумом ненавижу соседей. Фух. Ну и вот такая серия у нас получилась. Она коротенькая, да, надеюсь, она вам понравилась. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новые крутые серии. И всем до новых встреч, всем пока-пока, ждите новых крутых сериалов. И обязательно пишите, если вы досмотрели до конца. Всем пока-пока, люблю вас.